RapDB сайт, ребят, там, где собран весь архив русского рэпа. Все воспоминания собраны, сублимированы в одном месте. Я зашел и охренел сейчас. Зайдите, посмотрите, rapdb.ru. Это не просто архив, это воспоминания, это жизнь и судьбы, это время, потраченное не впустую. Это наши отцы, которые занимались рэпом, мы занимались рэпом, мы уже сами отцы занимались рэпом. И это хорошее воспоминание для молодых и, возможно, информация о том, что рэп был до вас тоже. Ты не против? Поддерживаешь? Что? Проект. Конечно, ребят, конечно. Я думаю, надо сделать еще краудфандинг и собрать лавэ просто тебе на это и все. Ну там донат кнопка есть. Есть? Ну можно зайти. Я зайду, скину лавэшку, благодарность. Мне на самом деле круто, потому что много стариков, которые еще выпускали свой рэп на кассетах. Вот, Батишна, ты выпускал рэп на кассетах? Батишна, твой рэп выходил на кассетах? Конечно, были, да. Ну, вот здесь люди, которые еще выпускались на кассетах просто. Поэтому, что говорить? Это воспоминания, это круто. Это детям можно рассказывать, путая их. Они не будут понимать, о чем идет речь, но это будет круто. Спасибо. Спасибо вам.